Сегодня будем играть в крупную войну со 100 игроками. Вот они все уже на сервере. Пожалуйста, не убивайте друг друга. Ну, ладно, давайте начинать. На первую карту. Всего тут две команды, получается. И у нас мечи. Все, начинается сейчас. О, обалдеть. Целый град. Там даже в полете кого-то уже убили. Давайте. Я пару раз эту команду пропишу, чтобы вы заспавнились. Наблюдаю за Кримсоном. Кримсон перемещается. О, тут везде запчасти. Ладно, чтобы меня не убили, пока я тут летаю. Я, кстати, могу тоже летать и так бить. Ладно, я не буду его трогать. Сейчас еще раз пропишу, а то что-то мало человека. Вообще ТП-шнулось. Вы там убиваете, потому что друг друга. ТП, ау, ми. Давайте. Опа, такой лечу за мной, огромная куча игроков. Нет, все равно больше половины погибло в полете. Вот тут битва на переулках, не знает, что делать. Если вы не можете кого-то убить, значит он вас тиммейт. О, вон там. Я, говорит, Мишаня пытается всех убить. Только это оказались его тиммейты. Кто тут еще бегает у нас? Где еще люди остались? О, один на крыше стоит такой, АФК самый крутой. Тут на крыше 4 человека дерутся. Кто из них победит? А, мне кажется, они все тиммейты вроде. Вот это им повезло, на крыше и все тиммейты. Сейчас я к ним врагов, так сказать, подзапущу. Сидят тут без дела. ТП, а все сразу убегают, ладно. Давайте. Опа, очки. Все, теперь можете драться. Так, вторая волна, тут, блин сколько запчастей-то. О, один забрался наверх аттракциона. А, не надо, нет! Блин, я к нему подлетел, меня сделал, зарезал. Сейчас, телепортирую всех. ТП, ау. Все, лечу отсюда. Давайте, начинайте. Блин, в полете просто войны игроков проигрывает. О, Кримсон живой, пытается выжить. Кримсон и Кибер в одном месте. Ого, у них дуэль. А, все, минус Кримсон. Кибер, за что? Ну ладно. За Кибером целая охота началась. 3 человека за ним бежит. Сама беспалевность. О, привет, я тебя где-то видел. Нубик с головой котика. Я полетел к секретке тогда, посмотрим, что там. Так, что тут у нас в секретке? А, в секретке никого нету. А, нет, тут даже битвы идут. 2 человека воюют. А, все, они тиммейты. Ну чё? Ой, они меня пытаются убить. Я пошел отсюда. Так, тут пару человек встало вот сюда. Сидят 4 тиммейта. А залезьте внутрь этого аттракциона. Залезайте внутрь. А чё вы так? На крыше стоите. Давайте все внутрь. Только не упадите. Сможете? О, один смог. Второй упал. Ладно, тут все. Вот этот аттракцион захватила одна из команд. Тут уже все. О, сюда идет хлебустик. И еще один человек. Посмотрим, что они смогут ли отбить. Все, начинается битва. А, ну тут они паркурят, так что все сложно. Давайте. Тоже все-таки. А какая команда это? Так, ладно, тут так, а вот тут у нас что? На дерево залез на крыше дома. Давай, спускайся ко всем. Может, спустишься? О, послушал даже. Так, я посмотрю, что тут сейчас еще тут. Нет, ну тут все дерутся за вот эту башню. И как раз таки ее уже захватила одна из команд. Все, кто остались живых на этой карте, идите вот сюда, где я летаю. Ну, короче, вот сюда. И аттракционы тут находятся, давайте. О, тут 2 человека. Давайте, заканчивайте свою битву. Не нападайте на меня, я буду просто ходить и наблюдать за вами. Не буду летать. Меня не трогайте. Нет, за мной человек бежит. За мной вся улица бежит. О, нет. В первом раунде в битве за город и аттракционы победила синяя команда. Вот ее участники, которые остались в живых. А, нет, там... один... Все, красные проиграли. Синих слишком много осталось в живых. Давайте сейчас будем начинать второй раунд.
Вторая карта у нас будет такая, довольно красивая. Это лес с горами, пещерами. Можете тут прятаться и делать, что хотите. Готовы? ТП-шу, сейчас, погодите, пишу команду. Я чуть не прописал команду, чтобы вы все летали. ТП-ал-ми. Давайте. Дождик из людей. Блин, уже половина проиграла в полете. Так, наблюдаем. Первый участник, Кибер, бежит по карте. Нам было карту все-таки поменьше сделать. Тут деревья размером 100 человек. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Меня чуть не убили. Битва за гору. Ты круто играешь, кстати. Взял целую гору, захватил. О, давайте устроим ивент. Царь горы. Захватите вот эту самую высокую гору, над которой я летаю. Какая команда захватит? Представитель синей команды неплохо так дерется. О, синие пока что держат эту команду. Неужели синие самые мощные? Давайте я сюда прям на гору тпшну людей. Давайте. Ой, блин, меня в полете подрубили. Что там творится? Обалдеть. Да блин, больше половины человек проиграл уже. Тут опять синие захватывают гору, но я сейчас отключу тогда ПВП. Все, сделал. Теперь вы не можете драться, да? А, вот, вижу. У вас появились щиты. Теперь ТП-шну всех. ТП-ал-ми. Так, куча людей, давайте, разбегайтесь по разным местам, давайте. Так, все, я отключил щиты, начинается заруба за верх. Блин, тут вся синяя команда наверху собралась, и все живые. Давайте, я отключаю ПВП и ТП-шу. Давайте, бегите. О, я Кримсона нашел. Обалдеть, все на Кримсона агрятся. Зря я все-таки про тебя заговорил, ну ладно. Начинается, давайте. Я хочу посмотреть на Кримсона, что он будет делать. Мой тиммейт. Давай, одного зарезал, давай еще одного, давай, если ты сможешь. Опа, ой, ладно. Нечего сказать. А, давайте вон за ту, где все сейчас находятся. Попробуйте на нее забраться и еще выжить. Там какой-то страшный клон к вам прибежал, смотрите. Ой, блин, меня сейчас самого зарежут. Давайте, на эту гору, где все? Ух, пускает подписчиков на фарш. Фу. Спасибо. Но вообще-то я только на пельмени пускаю. И к тому же я этого не делал. Пока что синие, кажется, держат вверх. Блин, реально синие воюют. Все, красная команда захватила эту базу. Давай, держись. Давайте. На сейчас, смотри, какая армия бежит. А, вы все тиммейты, что ли? Ого, красная тима захватила. Не, ну все, на этот раз красная команда победила, я все-таки думаю. И пока что посмотрите на карту, которую они построили. Так, давайте. Вот те, кто строил. Это был Беляш, Рек 000, адский донатер и наш любимый Аркун. Также Джену, я не помню, какой у них в Дискорде. Вот почему они тут брейспейт оставили, ну ладно. Это не особо важно, потому что мы сейчас будем начинать рубиться. Ой, блин, я даже не знаю, что тут лестница есть, они поднимаются наверх. А давайте, кто сможет захватить вот эту гору с нубиками, которую они так долго и мучительно строили. Давайте, какая команда будет держать верх? Красные, молодцы, давайте. Оу, блин. Нет, красные прям жестко держат, кто-то забирается, его сразу убивают. Ну, неплохо так держат. Блин, реально, тут 6 человек. Нет, тут просто люди, они не могут быть с мечами, потому что им надо еще залезть. А пока они залезают, их уже убивают. Все ясно. Понятно. А, это тоже был красный. Свои же боятся своих. Нет, блин, реально, жесткие красные просто. Нет, ну падает. Спасайте его, пожалуйста. Не дайте ему упасть. Он очень важен для нас. Давайте тогда всех сюда тпшну. Подождите. Обалдеть! Как бы меня тут не зарезали. Блин, да тут люди-то не дошли-то сюда. Тут всех сразу убили. Кстати, я сделал немного неправильно, потому что я их тпшнул на гору. И Арти, Кира Йокшин и остальные, кто держали моей команды, они как бы проиграли. Ну, вроде красные держат. О, привет. ТФЛ. Ну, молодцы. Вот тут два человека просто берут и держат все вот эту местность. И ни один противник не может ничего им сделать. Так, сейчас я еще раз, последний раз ТП-шу тогда. ТП-ал-ми. Давайте. Вся армия тут. Дожидайтесь, пока я вам дам доступ к войне.
Сейчас я сам улечу подальше, а то мне неохота здесь оставаться. МФФ ау. Готовы? Давайте, все, начинается борьба за жизнь. Вот тут, кстати, за елку дерутся. Ну, молодец, чил. Скин похож у тебя на чил. Он взял просто пятерых, зарезал. Молодец вообще. Ну все, красные снова захватили. Думаю, уже говорить даже нечего. Красные точно тут победили, потому что, ну блин, уже три раза я перезапустил игроков. Все равно красные всех выигрывают. Ну давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие 3 минуты. Смогут ли отбить синие эту базу? Ну, раз тут целая армия. Бежали, теперь наша цель захватить вон тот домик. А, кстати, вот это кто такой? Шейник, 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 шейник. Это вроде бы я. Давайте, захватываем дом. Давайте, захватываем дом. А, его и так захватили. Я, кстати, саму карту не видел, тоже хочу посмотреть. В домике спит нуб. Ого, ты тут как раз справился. Карточки. Огонь. В смысле, я не умею. Если я проиграю, то я тебя зарежу. Вся армия Волкограда в сборе. Тут тоже, в принципе, есть водопад. Мы будем драться за водопад. Вас всех сюда. ТП, алми. Давайте, армия. Блин, что все сразу просыпались? Во-во-во-во, разбегайтесь, разбегайтесь, а то друг друга убьете. Так, ладно, захватывайте гору, я сейчас отключаю вам щиты. Унфф, ау. Готовы? 3, 2, 1. Погнали. Начинается безжалостная война за эту гору водопада. Блин, уже сразу посыпались люди. Мне вас жалко. Опять этот чил захватил все. Реально молодец. Не надо, за мной бежит человек, пожалуйста, я хороший. Я ничего не делал. Ладно, давай, 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 давай. А, мы союзники. Много тебя, если честно. Давайте. Я присоединяюсь. Я хочу посмотреть, как это выглядит от лица участников. Я уже зарубил 3 человека. Вау-вау-вау-вау-вау. Давай, напарник, помогай мне их зарезать. Блин. Мне как-то не очень не получилось, если честно. Последний раз всех телепортирую. Пррррр, давайте, живите, живите. Хопа-хопа-хопа, обалдеть, лазерный щит. Так, давайте, начинаем. Воу-воу-воу, копия меня. Кто ты? Давайте посмотрим. Вот что это такое на елке сидит? Так, что тут у нас происходит? Опять чил стоит и всех рубит. Смотрим. Не, ну реально, красная команда держит. Все, красная команда победила 2 раза. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Все сейчас будут тут. Начинается война, короче, все. Кайф уже. Обалдеть. Ну, пока что вот тут. Давайте, идите к аттракционам. Захватывайте аттракционы, как в прошлый раз. Как, чья команда захватит, то они уже все победили. Вот это, снова чил захватывает все. Давай, блин, он уже 5 завалил. Ты точно не хакер, чил? Слышь? Или ты не хакер? Все, нет, нет, ладно, давай. Смотри, там за тебя человек пришел. Ладно, ты все-таки, я верю. А. Нет, вот он живой. Ты что, от чила так просто не избавишься? Может, как-то по-другому тебя называть? Чил-чил. Чил этого разработчик выберет. Блин! А, ты пошли сюда, чил. Его просто неправильно убили. О. Ой, блин! Ну все. Зачем ты так избавляешься от людей? Слышишь, если за тебя избавлюсь. Давай, вон там твой соперник, давай, вою с ним. Блин, реально он супер, мега, гупер, мибер, хорош. Что тут у нас происходит на самой карте, я хочу посмотреть. Нападайте на центр, вот этот, ну как сказать. На аттракцион колесо обозрения. Его пока что держит красная команда. Сможете его отбить? Или синих уже в живых не осталось? Два тиммейта ходят по улицам такие. Воу-воу-воу-воу! За что, блин? Меня, наблюдателя, убивать нельзя! Наблюдателя убивать нельзя. Я специально к вам близко подлетаю, чтобы рассмотреть вас. Я случайно развернулся, поднял меч и разрубил ухо. Случайно, совершенно. Такое каждый день бывает. Тут банк. Давайте лучше за банк драться. В банке хотя бы деньги есть.
Арти с Чио. Молодцы, ребята. Побежали, давайте я вам покажу, куда идти. Захватить еще одну точку. Банк. Давайте, я буду наблюдать за вами. За этими двумя профессионалами. Давайте, идемте за мной. Вот, вам нужно держаться у вот этой двери банка. Вот этой. Значит, вы его захватили. Давайте. Два профессионала идут захватывать банк. А, один прячется. Ладно, давайте, дуэль там будет наверху. Или вы тиммейты. А, ладно. Давайте, тут еще один. Он ваш, кстати. Давайте, захватывайте банк. Вот тут у банка, вставайте. Блин, мог бы я бы ломать блоки, я бы двери сама убал. Давайте, чил и давайте. Я захватываю банк, я синяя команда. Два на одного нечестно, давайте по одному. Одного убил, давай, чил, один на один, давай. Я убил Арти. Давай, кто из нас самый лучший пвпшер? Ладно. Чил самый крутой пвпшер, официально. Нет, ты сейчас всех ТП-шни, включи сначала всем щит. Сейчас я сам включу. Блин. Давайте, защищайте меня, пожалуйста. Давайте будем держаться вместе. Мы всех убьем. Чтобы я могу себе ХП выдать. Защищайте меня, сейчас себе ХП выдам. ХП... 3000. А я не понял. Нас кто-то всех порубил. А то у вас... Блин, вот это полет. Я пирожок какой-то. А, все, теперь я пельмень. Ладно, все. Всем спасибо. Всем пока. Я. 1, 2, 3, 4.